наконец-то выбрались на Пренер. Перед нами Плещеево озеро, то самое. И вы видите, в ту сторону красота, но и не только в ту, и во все стороны красиво. Если нам Сашенька сейчас покажет по кругу. Вот это одно из мест, а мест здесь тьма. Вон там площадочка, и там площадочка, это всюду разные каскады. И плюс в двух шагах речка Трубеж, ну буквально в 100 метрах отсюда. Итак, ну я, как всегда, вы знаете, люблю намочить холст, чтобы он своей сухостью долго не сопротивлялся набору краски. В данном случае у меня тройник в чистом виде, прямо из баночки, которая продается в магазинах. Холст у меня 70 на 80. Небо у нас вверху ультрамариновое. К низу в небесную голубую уходит. Как всегда, мы пишем сначала то, что сзади, потом то, что вблизи. Облака заслоняют, поэтому облака будут сверху на эту синьку. Ну, может быть, это важно, я скажу, что сейчас 2 июня. И соответствующая погода. Так, небесно-голубая внизу, к линии горизонта. И более светло. Поскольку облака, вы видите, выстроились ступенями, то я примерно вот такой ступенчатый ритм укладки делаю и для себя вот на холсте. Но, к сожалению, это солнце стало уходить, было только солнце, и сейчас стало пропадать. Даль. А, ну, собственно, можно сразу набрать этим же, примерно этим же, и воду. Единственная вода более серенькая, поэтому плюс черный, голубой плюс черный, синий плюс черный, и
наиболее темное относительно неба, поскольку вода имеет собственную тональность. Тоже полосато. Беру больше синий и синеньким начну набирать рисунок. Дальний план. В данном случае синяя с черным. Поскольку даль синит, то смело можно за счет синего сделать первый вклад в разработку дальника. Дальше у нас травка. Обозначу ее тоже пока через синие и черные. Ну, как бы набросок рисунка. Вот, лодки в Переславле-Залесском не самые красивые, тут мелководье, поэтому они вот такие плоскодонные и очень вытянутые. Ну, я буду рисовать то, что вижу, потому что это мой город и как бы мои лодки. Лодка одна, лодка другая, лодка третья. Уходит край формата. На переднем плане мостик. Синий-черный, и я набираю, делаю первый вклад в растительность. Совершенно для меня очевидно, что здесь у меня растения займут весь этот край, поэтому я бесстрашно набираю этот край через синий с черным, зная, что здесь в любом случае не небо, ничто другое. Отражение вертикально. Набираю вертикально. Вот. Ну а теперь можно подумать над композицией. Где у меня будут вот этот второй план. Предположительно здесь. Фактически синий с черным — это теневые места во всем, потому что небо дает синий рефлекс на все теневые, и можно с чистой совестью набирать через синие. Ну а дальше это все будет богатиться в процессе письма. И наконец дальние деревцы. Прозрачненько.
Ну вот, относительно остальных участников нашло свое место, нашел свое место мостик. Понятно, что и формат диктует компоновку, ну и местность, естественно. Практически чистыми белилами. Мастихином наращиваю яркость белизны облаков, поскольку белила входит уже в цветнила, которые были заложены. Они уже не становятся только белилами, а становятся частью цвета. Ритм волны. Так, друзья, последний вклад в эту картиночку сделаю. Опять же, на пленэре взята основная идея цвета, тона, вдохновение взято. А в работе с фотоматериала уже доработан рисунок, да, уточнен. Вот увидите, как естественно эти ложатся солнечные бусины на фактуру. Вот только похвалил их, они... Так, ну вот такой пейзаж. Приезжайте к нам в Переславль.